Химчане представят свой проект на образовательном интенсиве в Сколково. Волонтеры души – программа подготовки добровольцев. Их задача – помочь людям с ментальными особенностями. Люди с ментальными отклонениями, психическими отклонениями, они специфичны по одной простой причине. Для них человек, который подходит к ним с открытой душой и с открытым сердцем, сразу становится частью их семьи. По одной простой причине. У них семья, либо там, где они живут, либо там, где их любят. И они, поверьте, они очень быстро считывают, с какими намерениями ты к ним пришел. Идея проекта принадлежит фонду «Соратники». Уже 8 лет он помогает инвалидам, сиротам и пожилым. Программу «Волонтеры души» защитили перед экспертами образовательного курса. Сегодня она в числе лучших участников интенсива «Остров-1022». Он пройдет с 10 по 22 июля.